Друзья, как не тянуться за силовым ударом? Вот сейчас я пробил, иногда получается, иногда не получается. Это крайне важная вещь в боксе. Спонсор показа «Вода Триллионер». Доставка ледниковой воды по Москве. Подписчикам Максима скидка по промокоду «Бокс». Очень часто бывает, мы бьем силовой удар, и когда цель уходит в сторону, мы начинаем проваливаться. Чем чреват провал под соперника? Вот я сейчас пробиваю и проваливаюсь. Я моментально оказываюсь рядом с ним, и, соответственно, он меня наказывает. Два момента принципиально важных, которые я вам рекомендую делать, чтобы этого провала не было. Во-первых, сейчас я покажу один силовой удар. Принцип работы, он идентичен для любого удара. Сейчас мы будем бить с правой руки. То есть, когда я бью правой рукой, я стараюсь располагать левую ногу максимально далеко от себя. То есть, левая нога моя служит в данном случае как некий такой противовес, некий баланс, который помогает мне моментально поймать равновесие. Даже если я проваливаюсь, то вот эта пружина, вот этот противовес, он моментально возвращает меня назад. Сейчас медленно покидаем. Да, и сейчас, Зинур, убираешь тоже руку, когда хочешь. Вот. Он убирает руку, то есть обратите внимание, как закручивается мое тело, как заряжается нога, как пружина. Моментально быстро в этом формате нога меня возвращает назад в исходное положение. Так бывает не всегда. Бывает все-таки такая ситуация, когда я тянусь за ударом и я вынужден проваливаться. Потому что бокс очень динамичный вид спорта. И если соперник начинает от меня отходить назад, отходи, то я здесь просто могу, не дотянувшись, провалиться вот так. Что в этой ситуации делать? То есть я вам советую отрабатывать такие заранее заготовленные действия. Когда я пробиваю правой рукой и начинаю проваливаться, я автоматически начинаю уходить в какую-то противоположную от соперника сторону. То есть я провалился, а сейчас два варианта покажу. Пробил справа, я могу сделать автоматический нырок. Сразу, не дожидаясь контратаки соперника. То есть я чувствую, что пошел провал, соответственно, я оказался вот здесь рядом с головой соперника. Моментально быстро делаю движение вниз нырком и ухожу максимально далеко в сторону. Это первый вариант защиты. Когда вы уже провалились, то есть здесь уже ловить нечего, здесь мы с вами провалились. Второй вариант, то же самое. Я пробиваю правой рукой и также проваливаюсь. Вес тела у меня оказывается на левой ноге. Здесь, перекрывая голову руками, я моментально быстро стараюсь развернуться от соперника, либо отшагнуть назад, то есть каким-то образом поймать баланс и, самое главное, убрать голову от вероятных ударов соперника. Бам. Ну, да, немножко более динамично сейчас. Да, кидаю. Я просто сейчас кидаю руку, убирай. Да-да, прям бам. Раз, сюда убрал. Отошел, один вариант. Бам. Бам, пробил. Раз, второй вариант. Друзья, и еще такой немаловажный момент, когда вы оказываетесь головой под соперником. Здесь, возможно, два варианта защиты. То есть я могу защищаться в первом варианте. Это просто руки у меня собраны в кулаках на голове. Часто это невозможно сделать по причине того, что рука где-то перекрывает вас от встречных ударов соперника. Но самый важный момент – это перекрытие головы плечами. Как только я залез вниз, вот обратите внимание, сейчас правое, но правое не очень видно, например, левое плечо. То есть я полностью закрываю свою голову рукой и плечом. И голова моя полностью оказывается, ну, верхняя часть в боксе нельзя бить, да, ты можешь аккуратно попробовать ударить, то есть я перекрываю все возможные ударные точки при помощи плеча и второй руки. Перекрылся, и отсюда вот в таком моменте я стараюсь от соперника оторваться, выйти на свою удобную, удачную дистанцию. Зинур, спасибо большое, друзья, лайки, подписки приветствуются. Дальше интереснее.